А этого художника узнают по фирменным цветным лошадкам. Причем не только в России. В Музее искусства Санкт-Петербурга проходит выставка к 50-летию абстракциониста Горизуха. Так звучит псевдоним Игоря Сукманского. Редкий случай, когда Гарри Зух представляет свою ретроспективу. Выставку он назвал как одну из своих первых работ – «Звездный дождь над Калахари». Ранние картины разнородны, в них виден поиск. Свою тему он нашел в 2006-м в Германии. Попробовал к выставке нарисовать лошадей, да так и не расстался с ними. Мне разрешили здесь разрисовать стены. И дали, то есть были помощники, с которыми я разрисовывал, и ночами тоже. Это же... Не шуточка, в музее разрисовать стены, и это получилось. Музей дал Зуху полную свободу. Он и воспользовался ею максимально беззаботно. Вырезал силуэты своих любимцев из яркого пластика и даже постелил настоящий газон. Вопреки законам природы, художник изгибает лошадиные тела и закручивает хвосты. И это не форма ради формы. Для Зуха это язык, которым можно выразить все, что сокрыто в душе. С вами была Анастасия Логвинова и программа «Культурный обмен». Путешествовать по творческим пространствам вместе с нами интереснее. Увидимся!